Вот у этого столба, освещенного восходящим солнцем, мы встречаемся на выставке Виталия Пушницкого в Новом музее. А это правда, что художник входит в первую сотню людей, системообразующих для современного искусства? Да, я сегодня прочитал, что одно из крупных искусствоведческих изданий опубликовало 150 авторов, которые формируют вид современного искусства, да, тренды современного искусства, и Виталий Пушницкий в их числе. С чем вас и поздравляю. Мы в тренде. Виталий, можно сказать, что объединяет эти работы эстетика открытого произведения, оставляется и зрителю большой простор для воображения, не заканчивая какие-то участки холста, оставляя такие открытые места для мысли. Чем больше возможностей к завершению фразы, интерпретации, тем ближе к моей базовой философии. Ну вот верно еще, что сам мир, который вы изображаете, он тоже сейчас так дисгармоничен, открыт и лишен вот того привычного какого-то целого, которое философы раньше ловили, художники, а теперь это похоже на свалку, в которой мы пытаемся мучительно найти порядок. Аркадий Политов в свое время, описывая Рим и прекрасное произведение барокко с мадоннами и с чистотой на холстах, как раз-таки подтвердил те, что вы думаете, Рим был таким? Рим в тот момент был свалкой и бандитами, с помоями, нечистотами. И только на картинах мы видели идеальные моменты. Искусство к реальности не имеет никакого отношения. Это не документ, это интерпретация некой мысли. Более того, даже не мысли в чистом виде, это интерпретация некого помысливания телом. Не все ужасно, что выглядит как ужасно. Понимаете? Ужасно может быть гораздо другие вещи. То, что выглядит прекрасно, например, гораздо более ужасно, потому что это, может быть, становится китчем, понимаете? Потому что это становится ложью, это становится коммерцией какой-нибудь довольно низкого сорта. Но поначалу может выглядеть как довольно красивая штучка, например, знаете, там, корона, которая блестит, а в реальности это просто кусок пластмассы, который покрашен бронзовкой, да? То есть вариантов много, то, как мы оцениваем то, что видим, и то, что этим не является. В свое время Омар Хайям сказал, что видимые вещи не важны бы, как тайная суть их сокрыта. Так вот, мы должны говорить не только о видимых вещах, но и о сути этих вещей. Есть серия работ, где вы упоминаете, ну, скажем так, играете с образами известных художников. А есть ли какой-то внутренний диалог с их творчеством? Дело в том, что это не игра с ними, это отдача моих долгов. Чаще всего мы живем как эгоисты. Мы любим себя больше, чем других. Но на самом деле это не может продолжаться всегда. Мы должны в какой-то момент осознать, что мы должны сказать слова любви этим людям. То, что иногда это иронично, это не значит, что это издевательство. Нет, на самом деле это, знаете, о больших вещах нельзя говорить с патетикой. Они становятся до пошлостью. Тут надо как бы говорить о любви, но довольно так аккуратно, чтобы это не скатилось в манифест, да, в какой-то.
Поэтому это моя попытка говорить о них, о том, что они дали мне конкретно, и то, что они дают людям. Мы пользуемся их наследием, понимаете? Мы к ним все время прибегаем, как к источнику, но мы не забываем сказать им спасибо. Но вот это моя какая-то попытка наладить, что ли, мое личное интимное отношение к ним через какие-то небольшие произведения. Вообще, на самом деле, вот талантливые люди, художники, что я начинаю испытывать большую благодарность тем, что они есть, тем, что они умудряются работать. Потому что когда тебе 20 лет, у тебя очень много энергии, и ты хочешь постоянно что-то делать. Но когда тебе 50, ты вдруг понимаешь, чтобы что-то делать, нужно иметь столько количества энергии, где его взять. Более того, ты должен работать так, чтобы еще делать лучше, чем ты делал. А это уже жертва, понимаете? И вдруг я понимаю, что эти люди делают эту жертву ежедневно. Довольно много, и сделали гораздо больше. И вот это мое вдохновение, что есть люди, которые могут дать пример. Девушки, не проходите мимо выставки современного искусства. Вы же не идете на кетчап бургерс. Правильно, Мас. А еще раз, а второй и третий раз сходить посмотреть. Сегодня же бесплатно. Итак, сегодня, проведя 7 минут на этой холодной лестнице, мы убедились, что далеко не все люди идут в дорогой ресторан, а многие люди, к счастью для нашего мира, идут смотреть современное искусство. Пусть так будет всегда.